Если ты молодой и активный, если у тебя есть идеи и желание сделать мир вокруг немного лучше, то тебе самое место в рядах участников молодежной профильной смены, единогласно заявляют специалисты Департамента по делам молодежи и спорта. Для участников подготовили интересную программу. Результатом ее освоения станет разработка социально значимых проектов. Сейчас во всей стране главным фактором реализации молодежных инициатив является социальное проектирование и грантовые конкурсы, в которых можно предложить свою идею, получить финансирование и реализовать свою идею. Смена будет посвящена году добровольца в России. Молодым ребятам расскажут о том, какие волонтерские организации есть в нашем городе, что хорошего и полезного они делают для окружающих, а также познакомят с добровольческими движениями нашей страны. Но самая главная часть программы – образовательные блоки лидерского направления. Мы придерживаемся такого правила, как преемственность в реализации профильных смен. Естественно, ребята, которые первый раз приехали на смену, их это все заразило, они все досконально изучили, как этим всем пользоваться, начинают приносить свои какие-то новые идеи в реализацию профильных смен. В дальнейшем работают кураторами, и каждый год мы стараемся брать новых, молодых, творческих, инициативных, которых в дальнейшем могли бы передавать свой опыт. Существует два способа попасть на профильную смену. Первый – это делегироваться от общественной организации. Второй – это конкурсный отбор. Перед тем, как получить путевку на смену, молодой человек должен пройти анкетирование и собеседование. Подробная информация по телефону 671-81. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.